дали. Ищи карман, ищи. Что ты делаешь? У тебя крайний игрок есть. У тебя крайний, ты понимаешь или нет? На мяч, Бел. Да, да, Овсяников там есть. Да, правильно. Правильно, Овсяников. Овсяникова, седьмой. Аня, Овсяникова, Петри, замахнул, слишком убрала. Давай, давай, Белый, разбирайся. Разбирайся, сама. С ударом. Молодец. Молодец, Куликина, умница. Угловой. На ворота можно подачу сделать. Подойди. На ворота, ма. Давай, давай, давай. Убери, убери конус. Вот, вот. Белая. Бел, шире, шире. Ксюша, Ксюша, не вот такой прием. Ксюша, подошва щека. Олесь, подавай подальше. Отвагай эту угловой. Давай, Лиза, Лиза, все, разбежалась. И шире, Кузя, шире работает. Сильно поднять, на бубовину сильно поднять. Куба, принимать, обыгрывать, Кузя. И бой, умница. Обыгрывай, Кузьмина, обыгрывай. Обыгрывай вперед, Кузьмина. Кузьмина! У тебя вон ворота соперника. Куда ты обыгрываешь назад? Дай, дай, дай. Вперед обыгрывай, туда. Лиза, молодец. Вратарь, ногой, нога. Работай, Вика. Кузя, туда, обыгрывай, Кузя. Давай, Вика. Давай, 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 давай. Дашь мяч, все, бери быстрее. Кубойно, работай. Да нет, что? На ножки кинуть. Нападай, Вика. Нападай. Вика. Что такое-то? Пас ищи, пас! Правильно, молодцы! Пробка, пробка, пробка! Лиза сюда, Лиза! Лиза сюда! На Кубонину, на Кубонину, на Кубонину. Куда? На бой, на бой. Работай. Васова, ты с кем играешь? Васова! Молодец! Бел, давай, Бел, делай! Белая работа! Забирай его быстрее! Бел, быстрее! Быстрее, Овсяников, движение! О! Вот, молодец!
Молодец. Открывайся, да. В центре Анинкова, в центре игрок Васов, в центре игрок и касание. Ногой быстро! Нельзя мешать, нельзя мешать. Вот все, беги, беги, Бел, беги, Бел. Защищать Васова! Надя! Итак, такая у нас была команда. Нога сильно! Счет у нас меняется. Спартанцы, Спорт, 4-2. Гол забивает Кирилл. Да, молодцы, молодцы. Начинаем. Да. Итак, давайте я немножко вам. А здесь у нас что происходит? Кит, зарядись футболом. 3-2. 3-2, неплохо. Итак, я бы хотел бы сделать акцент на наших... На наших... Итак, здесь у нас система ВАР, товарищи, у нас здесь есть система ВАР. Система ВАР у нас есть, если что, можно обратиться. Так, итак, гол засчитан. Так, ждем пауза, пока у нас товарищ судья внимательно. Уйди вот сюда, пожалуйста! 4-4. Уйди вот сюда, куда ты попасть дают? Поддержать команду «Спартанки» тоже необходимо. Наших девчонок. «Спартанки! Спартанки! Не слышал?» Да, мальчишки очень сильно хотят. Итак, я хотел бы с вами поговорить на насчет наших тренеров. Хочу вам представить наших тренеров, которые занимаются с нашими мальчишками. Роман Алексеевич Куликов, это тренер команды «Спартанки». Кудяков, извините. Очень много эмоционально нужно работать с девчонками, так что давайте похлопаем, поаплодируем ему. Давайте, давайте. Молодцы, молодцы. Итак, команда «Шор» номер 8. 12-го года работает Александр Андреевич Поляков. Давайте тоже похлопаем ему. Сегодня его нету. Но как команда бьется. Как команда бьется. Давайте тоже похлопаем этому тренеру. Александр Андреевич Поляков. Похлопаем. Молодцы. Итак, у команды... Пока я хотел представить команду «Кит-тренера», уже команда «Кит» забивает гол. Губарев Илья. Ну беги, Овсяника, белая! По отчеству Губарев Илья. Владимирович.
Владимиру. Юморов Илья Владимирович, тренер команды «Киев». Тоже много проводит времени с ребятами, очень эмоционально. Давайте похлопаем нашим тренерам. Давайте, давайте похлопаем, сколько они работы делают для наших ребят. И сейчас у команды «Зарядись футболом» на тренерском мостике. Надя. На свою позицию, Александр Надя. Владимирович Валикжанин, помощник главного тренера. Давайте тоже поддержим. У него сегодня первый раз работа с детьми. Давайте похлопаем ему. Александр Владимирович Валикжанин. Пока я объявляю счет, команда «Киев» забивает четвертый гол. А уже страсти кипят на поле. Да. Наши маленькие девчата и юные. Алло. Футболисты. Алло. Да. Да, команда «Зарядись футболом» начинает атаку. Очень активно. Переход со своей половины поля. Игру команды. И начинает атаку команды белых «Зарядись футболом». Но перехват и... Здорово играет вратарь команды «Наин». Начинает атаку. О, Настя, играй, Настя! Главой. Хочу еще раз, родители, напомнить вам, у нас есть чайхана, пожалуйста, перекусить, потому что пока позавтракали, уже кричали, болели, уже проголодались. У нас Сергей, судья международной категории велосипедного спорта, везде успевает, везде. И он смотрит на часы, концовка матча. И время заканчивается. Итак, подводим итоги. Счет «Спартанки Шорт» 4-4. Молодцы. Итак, поприветствовали команды. Молодцы, молодцы, очень интересно. И сейчас, уважаемые родители, тренеры команды.